Deodată mine mama și tata m-au legat și m-au bătut. M-au legat de gât cu hlanțugul, la câini. Папа меня связал, и они оба меня избили. Привязали к горлу собачью цепь. Руки связали веревками, а ноги привязали к кровати. Руки, ноги были в ссадинах. А если плакала, били еще сильнее. Я бы никак не сбежала. Соседи дружат с родителями, пьют вместе. Мой отец Трагедия произошла в день, когда девочка вернулась в очередной раз с полевых работ. В семье она была единственной, кто приносил в дом деньги. Свидетелем происходящего стала 5-летняя сестренка. Ну, давай, тата. Папа мне не разрешил ее развязать. Руки у нее были связаны. Ляшара. Am diagnosticat că este, în primul rând, închisă în trânsa, nu comunica, anxioasă. Когда девочка к нам попала, она была очень закрыта, не разговаривала совсем. Но отношение к родителям не изменилось. Она и вначале не хотела видеть родителей, а сейчас не хочет возвращаться в семью. Смерть в семье, а это partea asta legată de relațiile cu familia a rămas neschimbat. О том, что девочку не раз жестоко избивали родители в селе, знали многие, но никто не попытался вмешаться. Are două fetițe, cam obișnuiesc. У нее две девочки. Обижают их. Часто? Часто. Соседи обращались в полицию? Ну как обращаться? Каждый со своими проблемами. Говорят, что ее били, но я лично не видела. Говорят, что бьют. Да, есть отверт. Но я луат для кассы, банк для кассы. Да, это правда. Она утащила из дома банку с мясом, поэтому мы ее и побили. А правда, что вы связали ее? Да, да, конечно. Больше муж бил, я немного. Ел, мой мульт, я лупарит. Соцуши, ел, мой пацан. Суд приговорил мать и отчима девочки к 4,5 годам лишения свободы. Правда, в случае с матерью лишение свободы будет условным, но реальным будет лишь лишение родительских прав.